Еще 3 недели назад у нас на участке плавали утки. Воды было, наверное, почти по колено, они могли нырять. И сейчас были проведены работы по подъему участка, нам сделали дренажную систему, и здесь можно джига-дрыгу танцевать, вообще классно. Когда к нам заехал бобкэт на гусеницах, вы представляете, он завяз. Сейчас мы здесь спокойно на машинах ездим, и ничего не делается. И все благодаря тому, что была сделана качественно дренажная система. За 5 дней нам подняли грунт в среднем на 40 сантиметров относительно того, что было. Сделали дренажную систему по периметру всего участка. И вот в этой части у нас елочка, которая сливается все в колодец. Пойдемте колодец покажу. Колодец дренажный на 2 кольца. Там уже установлен насос. И вот видно выходы и входы. Вода течет. При условии, что дождей у нас давно не было, но поверхностные воды собираются. Перед воротами нам сделали ливневку, здесь усиленная труба, чтобы машины ничего с ней не сделали, засыпали все щебнем. Очень классно, аккуратно, даже немножко дорогу подровняли, пока все это не выбрали. Красота! И плюс, как дополнительные опции, нам помогли подключиться к имеющейся дренажной системе ВСМТ и почистили соседские колодцы, чтобы вода точно уходила. Мы боялись, что все эти работы затянутся минимум недели на 2-3, потому что фронт огромный, и поднять, и прокопать, и все уложить. Но ребята сделали за 5 дней, как я уже говорила. Приехала бригада человек 10, и знаете, как муравьи, все так вдруг пробежались, и готово. Здесь скоро будет райский сад, но расстройство есть одно. Уток в следующем году мы точно не увидим.